Всем привет! В общем, у нас сегодня очередное видео про запорожец, и сегодня будем немного его колхозить. В прошлом видео я вам говорил, что у нас не работает сигнал. Я уже проверил, он не работает. Скорее всего, на него попадала влага, и он весь поржавел, окислился. В общем, не работает. Надо будет его снять. Также я решил поменять задние фонари на запорожце. Поставлю от шестерки. Посмотрим, что получится. Потому что родные фонари вообще перестали работать. В общем, кто помнит, когда в первой части в Запорожце лежали запчасти, там коленвал, шатуны, вкладыши, я эти запчасти продал. И на эти деньги я взял вот эти вот сигналы за 400. Также прикупил немного бензина и вот эти стекляшки новые, они там лежат. Вот такие вот сигналы. Низкий тон и высокий тон. Цена 400 рублей. Производство Китай. Здесь есть крепление. Так, ну это я купил дополнительно. Так, ну вот я установил фонари задние. Сейчас вам покажу, как я крепил. Я, в общем, подрезал вот это место. Подрезал вот так, вот так. Это место я оставил под саморезы. И все, снизу не подрезал. Здесь, значит, просверлил отверстие и закрутил два кровельных самореза. Здесь вот такие вот шайбы сделал. Шайба упирается в фартук. Ну и здесь все стандартно тоже, вот большая шайба такая. Вот место пропилов, вот она вот так идет. Ну и проводка все так же. В общем, ничего сложного нет. Главное отметить ровненько. Тоже подгонял здесь, вот срезал, она встала. Если эту пластмасску не ставить, то там будет щель, потому что эти фонари чуть короче, чем родные. На габариты поставил светодиодные лампочки. Здесь и там тоже. Так, ну что, вот установил задние фонари. Левый поставил вообще идеально, никаких зазоров нету. Ну тут уплотнитель немного не сел. А с правой стороной я немного просчитался и срезал лишнего. Вот здесь вот получилась небольшая дырочка. Ну ничего, это я заварю. А так все село нормально, все подтянул. Вот они, родные фонари. Они уже, так сказать, за 30 лет все потрескались. Вот здесь трещина идет. Здесь вот лопнуло уже. Фонарь тоже весь в трещинах. Здесь уже вода затекает. А то, что мне не понравилось, вот эти вот контакты. Вроде я все зачистил, все установил. Раз, на следующий день они опять уже не горят. А приходится все опять зачищать, подтягивать. Здесь корпус металлический, он, считай, вечный. Поменял только вот это вот стекляшку. Эти фонари я покупал на разборке, там за копейки, за 30 рублей что ли брал. Даже где-то я читал в интернете, типа, если автомобиль уже не выпускается и несколько лет, можно ставить, ну, в общем, не родные детали. Так, ну вот я включил все лампочки,
По итогу все работает, все отлично. Вот он, старый сигнал. Какой год не написан. А, вот, 1085, 85 год. Сделано в СССР. Сигнал я подключил. Вот идут стандартные провода. Желтый, черный. Черный, я так понял, масса. А желтый — это плюс. Ну, сигналы у нас немного другие. Здесь какие-то двухконтактные стоят. Хотел закрепить их вот на это место, но они срабатывают. По итогу надо их крепить так, чтобы вот эта часть не касалась кузова, ну, массы. Ну, сделать какую-нибудь проставку или пластиковое крепление. А так вот, послушайте, как работает. Ну, не так уж громко. Так, все, проверил, все работает. Я думаю, на заведенном двигателе будет громче, потому что напряжение будет больше. А так, по итогу все. Также были в прошлом видео такие комментарии, типа, зачем ты испортил Запорожец, типа, бампер от шестерки поставил, наклейку наклеил, не вешай фонари от шестерки, типа того. Во-первых, родной бампер был сломанный. Пришлось поставить вот этот от шестерки, немного там его доработав. Наклейки можно содрать, ничего страшного. Фонари поставил, потому что родные фонари все потрескались. Заказывать на Авито за 2000 рублей я, смысла нет, потому что сама машина стоит 3000, и заказывать фонари за 2. Почему начал колхозить? Да потому что восстанавливать вот этот Запорожец заводской в стоковый вид нет смысла. Те деньги, которые вкинешь на ремонт, на запчасти, за эти деньги можно зайти на сайт и взять в хорошем состоянии Запорожец. Не шпаклеванный, не битый. Восстанавливать нет смысла, тем более это не ранний или не редкий какой-нибудь Запорожец. Тем более вот этот кузов, он весь битый. Вот здесь вот ржавчина пошла. Вот здесь вот нижний фартук, смотрите. Все кривое. Все утягивать или менять полностью фартук — это очень дорого выйдет. Также спереди он битый. Здесь вот молдингов нету. Вот эта часть у него бита. Вот видите, шпаклевка все потрескалась. Поэтому вот решил его немного, так сказать, заколхозить. Ну, я же не просто колхожу, я делаю, чтобы у него хоть какой-то был вид, чтобы ездить. Не будет же. Поэтому решил вот так вот немного доработать. Ну, сделал бампер. Не вижу в этом ничего плохого. Что еще сделал? Фонари поставил. Тоже. Светят, светят. Так что нет смысла восстанавливать. На него надо сейчас, чтобы эту машину восстановить, надо около 50-60 тысяч рублей. А за эти деньги лучше зайти на какой-нибудь сайт и взять в хорошем состоянии. Тем более я взял его всего за 3000 рублей. Ну, чтобы ездить по деревне. Ну и для себя, так сказать, немного так повозиться, разобраться с техникой. Фонари вот хотел заказать, но они вообще дорогие. Зашел на сайт Авито, за 3000 фонари новые. За 2 есть немного бэушные. Да я, блин, Запорожец за 3 рубля купил. Нафига я буду фонари покупать за 3 рубля? Так что делаю как есть. Главное, чтобы все работало. Поэтому я делаю минимальные вложения. Главное, чтобы светило, горело, ехало. Так, ну вот, на сегодня все. Я уже замерз. На улице минус 10. Кто-то там писал, почему в гараже не работаешь. Сейчас вам покажу, в чем там проблема. Дело в том, что здесь, видите, какие полы, одни камни. И здесь вот такая вот большая ступенька. Видите, какая ступенька. Можно, конечно, доски кинуть, но это заморачиваться неохота. Тем более здесь надо и свет проводить. Освещения нет, если только переноску кинуть. Да и здесь, я скажу, не тепло.
Да, можно, конечно, заморочиться, сделать. Ну, тем более у меня и просмотров столько нет. Было бы там 1 000 000 просмотров, можно было бы, конечно, на эти деньги отбить ремонт. А так невыгодно вообще. Максимум, что я могу сделать, это привести хоть какое-то в рабочее состояние, чтобы тормоза были. Ну, с тормозами я буду разбираться весной, потому что сейчас холодно. На холоде неохота возиться. Делаю по минимуму. Сигнала не было, сигнал поставил. Все вы помните, когда я делал шестерку, ремонтировал ее. Потом я ее хотел продать за ту сумму, ну, сколько, за которую я вложил. Я не смог ее продать. Потому что каждый хочет купить подешевле, а то, что ты там делал, чинил, это никого не волнует. Так что в наше время восстанавливать вот эти машины, обычные вот такие вот, невыгодно. Понимаете, какая-то редкая машина, можно там восстановить для себя. Но... В общем, на сегодня все. Всем удачи, всем пока.